Здравствуйте, это прогноз погоды на АТВ. Меня зовут Алена Байбородина. Я актриса Русского драматического театра имени Николая Александровича Бестужева. Сейчас я расскажу, что нас ждет за окном в субботу, 7 сентября. Как сообщает Гидрометцентр, по северным районам малооблачно и без осадков. Днем небольшое потепление до плюс 15, а ночью похолодает до 0 градусов. Ветер немного стихнет, его максимальная скорость 7 метров в секунду. В южных районах солнечно, днем очень тепло. Температура воздуха поднимется до плюс 28 градусов, а ночью плюс 6. Порывы ветра до 6 метров в секунду. Увы, по предварительному прогнозу, это последний настолько теплый день в этом году. Насладитесь им как следует. В западной части облачно, небольшой дождь. Днем плюс 17, а ночью потеплеет до плюс 3. Порывы ветра до 5 метров в секунду. В Улан-Удэ облачно и небольшой дождь. Днем плюс 22, ночью небольшое потепление до плюс 11. Скорость ветра 6 метров в секунду. С вами была я, Алена Байбородина. Приходите в Русский драматический театр. У нас всегда отличная погода. Всем пока! Стоматология – это искусство. Так позиционирует себя концептуальная клиника Аюн Спасовы. Как и ОС, это уникальная клиника с целостным подходом к лечению болезней полости рта. Сначала 3D-диагностика. Врач-остеопат правит тело пациенту, а затем приступает к работе с зубами. Ведь даже идеальную коронку нельзя натянуть на неидеальное тело. Это все равно, что строить дом на кривой фундамент. Только при таком подходе можно получить стабильный результат без переделок, рецидива и осложнений. Приходя в Как и ОС, вы выбираете профессионал врачей, лучшее оборудование и уютную атмосферу. Приходите и получите консультацию бесплатно.